Здравствуйте. В этом видео я хочу рассказать об изменениях, которые произошли с моим ребенком. Он стал чаще отзываться на свое имя, он стал понимать обращенные к нему речи, он понимает, когда ты ему говоришь «нельзя», или когда ты его зовешь из другой комнаты, или просишь его что-то выполнить. Он стал обращать внимание на свою сестричку, стал обнимать ее, целовать. Я начал обращать внимание не только на сестричку, но и на совершенно посторонних людей. Недавно мы отдыхали на море, там рядом с нами жила женщина по соседству, с которой мы общались. Он пошел к ней обниматься, то есть чего раньше вообще не было. Также он не испугался моря в этом году, в первый же день он пошел купаться, сам с радостью его увидел, все ему это очень нравилось. Начал купаться в этом году у нас на рукавниках и с кругом. В том году мы пробовали лить, это все у нас было со слезами, и мы тут же это все снимали. В этом году он с удовольствием купался, ему понравилось, что он купается сам, его никто не держит. Чаще стал просыпаться сухим. Вот. И сегодня сам попросился в туалет. Не знаю, насколько это было осознанно. Надеюсь, что это и дальше у нас продолжится, что это такое вот не случайное было. Ну, вот такие вот изменения у нас на сегодняшний день. До свидания.